бросков с игры это получается 15. 15 бросков с игры, 12 ассистов. Мейко! Вылавливает ее. Мейкон раскачал Бабурина и забил. Лидей был левшой, тогда да. С правой руки это подставляется в ближнюю сторону под блокшот. Да, здесь. Валить нельзя. Два очка разницы. Мейкон издали. Атака была в исполнении Минска. Одна из немногих в этом матче. Мейкон через близнюка. Некоторые проблемы для Уникса в нападении, которые на данный момент есть. Дэрил Мейкон на лабери! Какой! У Зайцева в пассиве три фола, именно поэтому так долго не выходил Вячеслав Зайцев. Мейкон! Ух, сложный мяч! Интересный контакт. О, Дмитриевич, нет, лабери не пошел рисковать, еще находят и... Мейкон! Слишком далеко в поле выходить не готов, но сейчас нужно отрабатывать. Мейкон попадает. Мейкон до этого попадал, и здесь попадает, и разбирает. Раскользнул, но контроль мячом не утратил. Мейкон отпрыгивает назад, и еще один. И Уайту непростая задача предстоит против Мейкона защищаться. Мейкон радует глаз, в том числе и болельщиков Нижнего Новгорода, которые, думаю, остаются довольны игрой своей команды. Что в этой заключительной четверти пока что не было нарушений правил, хотя опять уже говорил о том, что Энтони Брауна, и знаем, как Мейкон создает сам для себя моменты, что он и сейчас пытается сделать, бросая через ухово и забивая. И опять Мейкон один, Диме на него выскакивает. Вячеслав Зайцев и Георгий Жбанов, которые очень здорово играют персонально, Мейкон отправляется в проход, и мяч все-таки... Стал форсировать нападение, возможно, напрашивалась передача на убери. Мог, наверное, бросить и сам, зато здесь какая потрясающая! Браун против Голдерева. Тед с мячом, скидка, Мейкон не успеет. Или успел? Успел! Здесь Ильницкий, Мейкон у центральной линии. Против него Томпсон, оказывается, поменялся в защите Енисей. И Дэрил Мейкон забивает. Это плюс 4 у Уникса. Заслон от Рейнольдса, Дэрил Мейкон, но вот здесь... Нижний Новгород выходит в финал четырех, друзья. Да, мы не увидели вывеску Уникса Химки, но зато вернулась вывеска Нижний Новгород. Просто это было. Леон Барфорд уже готовится к матчу звезд, у него остается все меньше времени. Мейкон отвечает своим. Получает еще один от Хантера. На кроссовере. Поваливается вниз, Мейкон будет решать сам и забивает, с которым они атакуют по этому сезону. Мейкон на лабери, легкие два очка. Мейкон. Мейкон идет решать сам вправо, но его сегодня. Мейкон. Его дальняя атака и Мейкон. Получение двух бросков в свое кольцо. Мейкон против Бабурина на Евростепе. Антипов отрабатывает с Дмитриевичем, там на сменах неплохо сработали. Глеб Шейко против Мейкона. Мейкон никого не замечает. А Мейкон больше использовался в роли такого кэтч-н-шутера. Хотя он и сам может себе создавать моменты для броска.